Заготовки у нас уже имеются, и сейчас мы начнем заниматься сборкой. Сделать скворечник своими руками очень просто. По крайней мере, так уверяет Михаил Юрков, ветеран Смоленской АЭС, а также серебряный волонтер Десногорска. Тем не менее, для этого нужно уметь работать с деревом, дрелью и шуруповертами. Но в случае нехватки таких навыков на помощь придет опытный товарищ. Сегодня этой работе посвящен мастер-класс волонтерской организации ОСА города Десногорска. Мы собираем скворечники. Мы с вами уже собрали кормушки, развесили их по городу, и сейчас у нас очередной этап. Слаженность действий волонтеров видны даже здесь. Кто-то подготавливает поверхность дощечек, кто-то соединяет детали вместе. И все это происходит под надзором опытного наставника. Благое дело должно быть при этом безопасным. Я думала, что это не так все просто, но я стараюсь, чтобы все получалось. Надеюсь, в будущем будет лучше. Это благое дело. Как бы город надо облагораживать, поэтому мы занимаемся этим делом. Делаем скворечники. Чтобы поспеть вовремя, ребята действуют согласно расписанию. Сначала собирают корпус скворечника, после этого его покроют специальной пропиткой и покрасят. Тогда скворечник станет устойчивым к условиям внешней среды и приобретет свой оригинальный вид. Ребята не только делают доброе дело, в процессе они приобретают полезные в быту навыки работы с саморезами и электроинструментом. И что немаловажно, умение работать в команде. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.